Декабрь 2018 года для Овнов. Как я уже говорил, планеты Сатурн и Плутон дают напряженный аспект для Овнов, но в декабре их напряжение сглаживают три планеты в Стрельце. Стрелец – это дружественный огненный знак для Овна. И в начале Стрельца находится уже планета Юпитер, которая будет благоприятно действовать на мартовских Овнов. С мартовским Овном очень сильно повезло в декабре месяце. Юпитер дает им оптимизм, новые идеи в работе, хорошие путешествия, хорошие встречи с Юпитер. Это бизнесмены, проповедники, это высшее образование. То есть будут такие очень хорошие встречи. Плюс также в Стрельце находится Солнце в декабре и с 13 декабря Меркурий. Для всех Овнов это будет такой очень гармоничный творческий потенциал. С 13 декабря очень хорошие сделки, переговоры, заключение договоров. Хорошие гармоничные лунные дни для Овнов, когда Луна будет помогать Овнам, это 6-7 декабря, 11-12-13, 21-22, 25-26 декабря.